Добрый день. Как обычно весной фирмы обновляют свою носимую и неносимую технику. Вот, например, фирма Honor обновила свой браслет, фитнес-браслет. Выпустила Honor Band 6, до этого у них был Honor Band 5. И сейчас мы посмотрим, что они новые, что они вообще сделали. Значит, Honor этот поставляется вот в такой интересной упаковочке, а также вот в такой. Вот, и вот в такой. Отличаются они между собой цветами ремешков, по сути дела. Сам браслет во всех случаях черный, а вот ремешок бывает серенький или розовенький. Значит, ну, что можно сказать, значит, по первому опыту. Я уже, в принципе, распечатал этот браслет, если себя он представляет вот такую небольшую вещь. Значит, собственно говоря, фитнес-браслет в форме часов, по сути дела, с силиконовым ремешком, очень удобным, надеваемым на руку. Удобная штука, похожа на электронные часы, старая электроника. И вообще, надо сказать, что вот этот фитнес-браслет, он уже больше идет даже похож на умные часы, а не просто браслет. Почему? Сейчас я расскажу. То есть это не просто какой-то шагомер, а куча дополнительных функций еще появилась. То есть вот умные часы, он, по сути дела, вполне заменит. Значит, что еще сразу можно отметить? Значит, нужно сказать, что значит, ремешок у него не снимаемый. То есть вот конструкция получается вот такая как бы монолитная. Во всяком случае, мне кажется, что снять его не получится. То есть это вот все носить надо вот так вот в едином виде. Ну, сейчас я вам поближе покажу этот браслет и расскажу, что он вообще умеет делать. Не буду тратить время на всякие распаковки. Ну, понятно, что коробка, на обратной стороне информация о том, что этот браслет умеет вообще делать. Ну, как видим, значит, что экранчик какой-нибудь, экранчик у него 1.5 дюйма. Значит, может постоянно мерить, мониторить сердечные ритмы, следить за сном. Имеет несколько схем тренировок. Визуально представляет себя вот такую замечательную вещь. Комплект поставки минимально, значит, гарантийный талон, небольшая инструкция и шнурочек для зарядки. Кроме шнурочка, самой зарядки в комплекте поставки нет. Заряжайтесь либо от USB-порта, либо от зарядки своего смартфона. Смартфон, вообще говоря, с этим устройством, конечно же, иметь надо обязательно, потому что очень много действий выполняется именно в связке с ним. Значит, что здесь можно сделать? Ну, как видите, значит, при включении вот у нас вот такой вот экранчик появляется. Вообще, надо сказать, что экранов у него несколько. Сейчас я включу, покажу. Сейчас я вам включу, покажу. Надо немножко так удержать. Вот, пожалуйста, меняются экраны. Значит, экраны здоровья, классика, блоки. Движение. Ну, тот экран, который стоял по умолчанию, он, как обычно, казался самым интересным. Вот, кстати, вот этот экран скачанный уже. Кроме того, кроме тех 10 экранов, которые есть здесь по умолчанию в самом устройстве, можно из магазина, то есть из встроенного приложения, имеется еще более 80 разных экранов. Если вам хочется чего-то необычного, то можно всегда поставить. Более 80 бесплатных. И платные я, честно говоря, не считал, но их, наверное, много. Значит, что здесь есть? Значит, если вот так вот сразу покрутить, это пульс, это измерение стресса. То, что в Honor Band 5, насколько я знаю, не было. Вот в Honor Band 6 это появилось. И на основании ваших сердечных ритмов эта вещь делает вывод о вашем состоянии стресса. Вот, например, ну, видите, 2 пика было. Это, скажем так, ходил на рынок, вот он отметил, что там чего-то сердился или еще что-то. Вот все это, значит, устройство заметило. Дальше информация о погоде. Это при листании. Управление музыкой на плеере. Ну вот, это датчик, это информация об активности в течение дня. И возвращаемся к экран. Если нажать вот сюда, то попадаем в меню. В меню, значит, опять мы имеем состояние пульса более подробное. Вот здесь более подробно рассказывается о том, что у нас есть, как у нас происходит все с пульсом. Далее, что у нас есть? У нас есть вот интересный очень режим, который появился. Здесь он сейчас ничего не измерит, потому что не надет браслет на руку. Но сейчас я его попозже надену и покажу. Это измерение сатурации
насыщение кислорода, насыщение крови кислородом. Очень модная в последнее время пошла тема в связи со всеми коронавирусными ограничениями. Дальше это показатель активности, информация об активности в течение дня, что и как происходило. Дальше, что еще здесь есть сразу же в часах. Сон, отслеживание сна. Вот я проспал 7 часов 19 минут, цель была 8 часов. Есть, можно, ну, подробная информация содержится в приложении. Да, тут, то есть он в связке с приложением, он туда все передает. Это измерение уровня стресса. Вот, пожалуйста, как что у меня со стрессом. Немного устали, изменить повседневную рутину. Хорошо бы, конечно, ее изменить, но всегда получается дыхательное упражнение. Нажимаете, и значит, вот эта вещь, вот не двигайтесь сейчас через 3, 2, 1, и вот теперь дает команду вдохнуть и не дышать. Выдох, вдох, выдох и так далее. И следит за вами. Видите, браслет на руку не надет, он на меня сердится. Удаленная съемка – это, опять же, управление фотокамерой на смартфоне. Сообщение. Можно получить сообщение со смартфона сюда. Причем, значит, это смс-ки, сообщения из соцсетей и так далее. Погода. Вот погоду считывать не просто, а вот считывать еще по часовую. И прогноз на неделю получает. Опять же, это получает из этого, из смартфонного сервиса, из ханоровского. Вот он передает сюда. Так как у меня смартфон Ханор, то у меня приложение Hilt стоит по умолчанию. Значит, секундомер, таймер. Таймер несколько разных режимов. Плюс можно настроить. Значит, до 2 часов можно установить вот по умолчанию что-то. Или настроить какой-то свой режим. Так, что еще тут у нас, кроме этого? Кроме этого, фонарик еще, поиск телефона. Вот можно нажать, если вы не знаете, где у вас телефон. I'm here. То этот браслет вам успешно поможет. Так, сейчас я надену браслет с вашего разрешения на руку. Ну, включаем на руке. Что значит интересно? Интересно сатурацию посмотреть. Сейчас он начнет мерить у меня все пульсы автоматически. То есть пульс будет замеряться автоматически. Но пока измеряется сатурация, вон она там измеряется на руке, я включу смартфон. Значит, на смартфоне есть приложение здоровья. Hiveheal. Значит, чтобы его скачать, если вы пользуетесь другой техникой, вот на коробке есть QR-код. По QR-коду можно его быстренько скачать. Вот, пожалуйста, сатурация 97. Заодно пульс колотится. Вот. Начинает снижаться. Ну, это потом надо лучше сделать второе измерение, потому что первое измерение не всегда кажется точным. Сразу после того, как браслет положили дальше, потом он начинает мерить лучше. Второе, третье измерение идет нормально. Итак, приложение здоровья. Работает в связке с браслетом. Значит, что считает шаги, записывает занятия. То есть, вот если вы выбираете тренировку на браслете, запускаете эти все пульсы, вот выбираете режим тренировки, сам первый, тут уже значит, что есть ходьба, две разные. Вот первая ходьба, стоп. Да, неправильно немного начал, надо начать с самого верха. Значит, бег на улице, беговая дорожка, ходьба на улице, ходьба обычная, езда на велосипеде, велотренажер, плавание в бассейне, эллиптический тренажер, гребной тренажер и другое. Чем различаются уличные и неуличные занятия? Вот если вы выберете ходьбу на улице, то он, связавшись со смартфоном, найдет ваши GPS-координаты, ваши геоданные, получит геоданные и на основании геоданных построит затем в приложении карту, где и как вы тренировались. И кроме того, выдаст очень подробную схему. Значит, что выдаст приложение? Выдаст состояние по пульсу, выдаст состояние по темпу прогулки, выдаст состояние по каденсу. Вот полная информация. Это по ходьбе. Точно такие же будут по велосипедам, по бегу. Очень подробная информация для тех, кто следит внимательно, отслеживает свои тренировки. Это более чем полезно. То есть, как тренировалось, сколько сжигалось, какая скорость была, какой шаг, какой был пульс. Все полезно, все подробно. Отслеживает внимательно пульс, статистика пульса. Ну, вот видите, я его не постоянно носил, тут немножко
как, пока тренировался, занимался. Значит, вот статистика по пульсу. То есть можно отслеживать состояние своего пульса. Сон. Сон выдает очень подробный график. Значит, в настройках сейчас выйду, покажу, как, что надо сделать для того, чтобы отслеживал сон. Значит, в настройках браслета. Настройка самого браслета. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Циферблаты. Циферблатов тут просто немерено, я считаю. Сейчас они у меня тут прогрузятся из интернета. И выяснится, что циферблатов очень много. Вот, пожалуйста, весенние, официальные, различные. Я просто зайду вот в бесплатные, в раздел бесплатных и покажу. Оказался далеко от Wi-Fi, поэтому по новой все прогружается, картинки не все сразу видно. Вот, сейчас вернемся. Очень много разных циферблатов. Вот, то есть можно настроить внешний вид буквально как вам нравится. Вот, пожалуйста, очень такая тематичная тема. Ролик записывается недалеко от 12 апреля. Вот, космическая тема будет очень кстати. Легендарные и прочее. Ну, собственно, мы говорили о том, как отслеживать сон. Значит, что надо? Надо зайти в мониторинг и здесь включить вот этот вот режим True Sleep. Значит, когда будет включен режим True Sleep, значит, заявляется, что батарейки будут тесться больше, но зато будет подробная информация о вашем сне. Постоянно мониторинг пульса опять же включается и тест уровня стресса у меня включен. Хотелось посмотреть, что это такое, потому что стресс меряется вот на этом устройстве. Это первый устройство, первый браслет фирмы Honor, который, собственно говоря, этим занимается. Так, значит, что он показал нам в информации о сне? Информация о сне вот такая. График подробный, результаты и подробные рекомендации о том, что где и как происходит. Если вот нажать вот на качество дыхания, вот здесь у меня было что-то не так, вот можно почитать, что вообще происходит и как это все улучшить, что надо сделать. И вот информация по всем таким вещам. Очень полезно, очень интересно на самом деле. Ну вот, пожалуйста, SPO2 измерение результаты показывает, где какие были, что намеряли. Измерение уровня стресса показывается статистикой. Вес не связан. То есть этот браслет вес пока мерить не умеет, это, наверное, будет когда-нибудь еще потом. Ну вот, как видите, достаточно подробно. Здесь же можно задавать упражнения, статистику по упражнениям получить. Вот у меня была ходьба, я вам показывал. Вот отсюда тоже можно увидеть результаты тренировок, все это посмотреть. Вот такой фитнес-браслет Honor Band 6. Очень красивый, удобный, на руке почти не чувствуется. Легче, чем вот у меня обычные мои часы наручные. Ну, вот по весу часы даже тяжелее будут, чем вот такой вот браслетик. Вот, кстати, отключается. Можно что сделать? Кстати, настройку можно сделать, чтобы он не всегда отключался. Ну, тут сонный режим включить и все прочее. Такой Honor Band 6. Очень удобненький. Разного цвета. Ну, у меня классический черный останется. Он такой поудобнее, потому что все эти беленькие-серенькие, они, конечно, очень быстро затираются. Только затереть и сделать более грязным. А здесь все четко, понятно. Вот такая небольшая игрушка. Итак, Honor Band 6. Новый фитнес-браслет фирмы Honor. Я его использую в связке с смартфоном Honor 20 Lite, где приложение для мониторинга уже, собственно говоря, есть по умолчанию в программном пакете, который поставляется этой фирмы. Вот такая небольшая связка. Спасибо за внимание.